Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре, хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Пойдем. Илон, пойди спать. А, все. Там еще трайк еще один. Ля. Наверху, подожди. А, вон вижу. Пойдем. Ничего, я твоя очередь. Я его съем. Ой, бля, так падло лежать регениться, конечно. Ну, ладно. Ради трайка я готов. Могу, чем смогу. Чем? Да не надо помогать. У тебя там третий, четвертый экран. Ты только с этим третьим, четвертым экраном. Ну, вы сейчас его просто сломать и отбежать. Ты поскакала, чудовище. Куда ты, дядя? Такой, блядь. Понял, до свидания. Короче, сделаем так вот просто. Я все равно хоть не буду участвовать. Стамина мне, в принципе, не нужна. Ты хоть можешь жечь стамину? Да, сейчас я просто разверну тебя. Еще один трайк, два трайка. А, тогда отходи. Кильси. Ага. Я двоих, наверное, не заберу. Ну, лучше не пытаться. Лучше вдвоем тогда уж. Можно, конечно, аккуратненько как-то отыграть, там, типа, поломать их. Ну, так, да, экран скинул хотя бы до второго. И наломаем. Ты не теряй их с виду. Да, я рядом с ними. Бегу. Что, ты его поломаешь, что ли? Не-не, хожу с ними. Ты хилься, я далеко хожу, просто рядом с собой. Да, Илон, ты забери Гарик. Да не, он меня еще запинает, еще слишком мал. Он мне две тычки даст, я обкисну. Знаешь, когда я с тобой сделал бублик? Смотри, сейчас я скидываю до второго, иду к тебе. Значит, ты их докусываешь, вот просто доходишь до третьего, отходишь, а потом я их добиваю. Или наоборот. Да, нормальная тема. Типа, что по очереди. Как, знаешь, как с тремя гигами файтиться? То же самое. Да. Там один ломает на куски. Все, уже скоро второй будет, уже желтеет прям, зеленеет, можно сказать. Уходит пока за мной, нормально. Ну, ты можешь разворачиваться на поляну вниз прям своди их. Или вот на эту свою поляну вводить, другого трека убить. Давай я на тебя веду, короче, вдоль, чтоб... Прошли мимо тебя, и ты в жопу зашел. Да, хорошо. Это до сих пор третий. А, у тебя еще третий? Пол стамины жгут. Твои стамины жгут? Да, пытаются мне пожечь каминку. Отличает Эльдан.
Лидан с кем-то. Потому что Лидан сейчас на все второе иду. Потому что лег на трой. Рыжий лег. Рыжий 100 минут, я думаю. Я сейчас выйду прям на него или как? Да. А черный за мной летал выйдет. Там на меня будешь идти, то вот попадаешь. На рыжего трой. Хорошо, а рыжий сломать, если без урона, это вообще кайф. Бублик, ты вышел? В смысле, куда я вышел? Я иду мимо, просто прошел. Потом что-то из него вышел, думаю, бублик крашен все у него. Не-не-не, просто пошел. Полез куда. Все, трайт встал, уходит. За бублик. Вижу. Иду за ним. Ночь. Сейчас трайт прям перебан. Все будет возвращать. Они влево твой пошли. Да, я понял. Я сейчас стаминку тригенечку. Ты смотришь ТДС, я сзади них, короче, меня обход не видит. Я прям без пинта такой. Привет, короче, смотрю в сторону леса. Я за них на спринте топаю. Блин, не боюсь, если бесплатно пойдут, услышат меня, развернутся. Блин, я рыжего не вижу. Рыжий на мне прям, передо мной. Понял, черный мимо прошел. Ты рыжего уже побежал, что ли? Нет, я вот тут за него иду. А, вон он. Привет. Гуляю. Подол ты. Ага. Блять, понесся. Байтит. Он видел нас. Давай его сломаем вот, я на себя разворачиваю. Понимаю. Давай на себя разверну. Я даже на спринт еще не успел сесть. Давай, он стамину ебать жжет. Смотри на него. Ну очень хочется кого-нибудь из нас. Левее крути. Сзади еще. Бля, черный бежит, смотри на него. Это убежит, убегает, слышь, походу скамин нету. Давай этого убиваем. Сломанный. Все, отходи, давай его сломаем. Одна капля. Давай я этого поломаю. Давай. Надо было кусать бежать. А не-не-не. Да, я на себя сейчас разверну. Я просто хочу по двоим проходить сразу. Хочешь рядом их сломать? Сломал его. А, не сломал. Черный накусан, у меня все еще одна капля. Давай, накаплю свою зону. Надо рыжего сломать. Короче, рыжего я сломаю. Сначала черного. Пройди еще. Все, рыжего сломаю. Черного я сломаю. Все, отходи на кил. Четвертый экран, ухожу. Ну, черный, короче. Кто уходит там? Черный. У меня третий экран. Так, с пикаплю, третий экран, прикаплю. Ну, должен забрать, короче. Все, забрал. Обоих? Третий экран, прикаплю. Хожу. Ну, нормально, а чё? Хорошо, отыграли. Я много накусал черного без урона. Интернет, чтобы он двойного упал. Да.
Черт, очень хорошо накусан был. А этот... А, Галик остался. Вот. Здесь мы и подрались только вот так. Они все... Они все домашние. Ах ты, сука, велик. Опа, минус нога одного спиннича. Боже, блядь, что он сделал? Который не дамажный, у него минус нога. Да. Он просто упал? Да. Ты можешь пить сейчас этого, который дамажный. Это вообще, блядь. Скорее всего, это те спиннича. Если он еще упадет туда, он не выберется оттуда. Не, он не падает туда. Окей. Бегают, бегают. Они в тупик бегут. Пиздец. Это пиздец какой-то. Но на самом деле ты тут можешь даже двоих вынести. Да говорю, что я сам уверен, они меня испугались. Они оба дамажены. Тогда давай с двойного хуярить. Все это завтра, эти вчерашние были. Сейчас надо посмотреть по репорту, кто такие. Ой, поэтому, по реплею. Уже третий сразу, слышь, капнул. Да, у него не третий. Второй, второй, ладно, второй, второй. И вот этого тоже сломай тогда, лучше теперь и этого сломать. Ну да, чтобы два сломаны. Ломай этого и потом какого-то одного хуярь. Можешь побитого, который изначально был. Но не сломал. Сломал. Всё, сломал. Ну все, сделаем. Еще хуярь. Ну у меня уже третий, три капли. Один раз еще раз пробеги и все, и уходи. Просто. Ну что, Бублик, забирай их. У них четвертый экран. У меня-то, бля, тоже. Надо быстрее это денешь их. Сейчас просто уходи от них. О, третий типа. Только сейчас. Не ложись на реге. Ну сильно далеко не уходи, прям здесь ложись. Они сейчас на таймер, кстати, сядут. Надо, чтобы Бублик подошел. Дай подойду. Да, подожди. Или давай я подойду. Подходи, потому что это, если тут ты ляжешь... Герера пришла. Если они лягут, и ты ляжешь, у вас бой закончится. А где линтрайки, они сожрали, что ли, все? Нет, вот, добрый. Кстати, у вас бой закончен, они на эскейпсе или по-любому. А нет, один. А как бой закончен? Вот они стоят. Один, второй встал. Че они делают? Сейчас смотри, походу вот этот первый на таймер. Ну сейчас, короче, спать заканчиваем, а я спать пойду завтра. Одну чему меня заменит льдан. Да, на таймер сели. Но... А, Реджувик хуярит. Кто там ничего укусил? Реджувик. Понимаю. Я их прям хорошо написал там, смотри прям, у них четвертый экран. Он выходит, что ли? Если выйдет, это бан. Ой, 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 блять, второй подошел. Если выйдет это АГ-бан, я копирую его ID сразу. Как ники у них? Я копирую сразу ID, если он выйдет, я увижу. О, нет, нет, не выходит. Ну вот, я его поднакусал. Герерка пришла. Ну я бы не сказал, что им прям очень хуёво. Так, неприятно. Прийти экраны. Ну у вас уже... Давай залетай. В третьем, блядь? После... Мне вот-вот трёпа только упал. Не-не, не залетай, отойди. Ты можешь просто лежать на ашке. У вас Джувик на еще убой. А, да, кстати. Джувик, если не лег на реген, то... А я меня не кусал. Какой реген? Ты не кусал? Я кусал? Реген какой может быть у меня? Меня никто не... Не, я говорю то, что главное, чтобы у вас все не лежали в вашей группе. А, ну все, да, яночек. Контролях. На спринте. Типа, у вас бой заканчивается либо когда две стороны регенятся, либо если 3 минуты из поля зрения, типа, ну, из зрительного контакта.
либо 20 минут, если урон одна из двух сторон не получала. А блит не считается уроном? Считается? Нет. Это именно укус. И вот хотя бы разу цепит. Ну, тут явно, да, 20 минут не прошло еще. Ну, сейчас бублик возьмет, просто отхилит экраны. И... Отхилит экраны, а они хилить очень долго. Ну, блин, ну потому что спиничи, у них много хп. Капец, то никого нового нету, то вот одни за одним. И трайки, и спиничи, и, блин, кто больше не приходит. Именно тот дурак, он сломал лапу, он смотрел назад, видимо, и он не увидел, да, что там происходит. Вот если бы не сломал лапу, сейчас все было бы по-другому. Ну, я слежу за ними, то есть. Забавно, ребят. Кайфует. У нас просто джук машина. Галик забрал у того. Отхилил лапу. Ой, ё-моё, бежит за мной, бежит. Дубли, вставай. Хороший. Я туда больше не пойду. Второй. Второй, второй тоже отрядил. Бублик, ломай по новой. Чё у тебя по экранам? Ой, по бледу. У меня две капли. 5 бледа. Ага, 5 минут еще. Кто пишет, Омега на ком играет? Омега на Герери. Ой, сори за капс. Сука, ба. Кто написал, Рекс, хватит? Да. Они боятся. Умереть. Блять, как он не сломался-то. Он сломался? Драк, блять. Господи. Это страшно спить спину, если хатик один из них писал, это точно. Самое что забавное, этот чел как раз таки и сломался два раза, его Рекс у него мал. Это Ахатик, он не сломанный сейчас. Пиздец. Это пацан ломается, который упал три раза, когда я за ним шел. Угу. Ну, попробует пробежать, чтобы он за мной пошел сюда на камни и сломался. Да не надо. О, встал. Ходи. Ужухи, это просто победа. Уже пизда. Ну да. Они были дамажные, наверное, у них по первому экрану, по второму было. Я их побежал, наверное, два раза или три раза двойными группами. И у них там по третьему уже. Если бы мы были в поле, они бы давно уже умерли. Да, тупо не. Да полежим, порегенимся. Давай. Наивно. Меня трогают Омега на гереде. Боится. Конечно, боятся. Спин чистить. Мне кажется, они не ожидали такого поворота. Они подумали, что дурацкий Рекс идет один на двух спинчей. Этот упал, сломал ногу от шока. Ой, там кто-то упал сверху. Герера. Нет, что-то по белое такое сверху. Да, Герера упал. Герера упал? Герера упал. Дрочело. Давай 5 бильда. 3 минутки. Ну, 2.5. 3. Что значит 2.5? Тут такого нету. Потому что у тебя один тик регена проходит за минуту.
А не за пол. Ну, 0,5 билда. Ну и что? 0,5 билда, а регенится как одну минуту, один хрен. У Дрэкс, блин, билд скидывал, ну хотя бы по 2 билда скидывал, было бы получше. А, ну тогда, блин, это вообще в принципе. Да, так пытается подманить меня тот. Отходи, я влетаю, у меня второй. Все. Главное этого сломать и все, в принципе. Ну чё, это, бля, неудобное место, конечно. Ну, потому что ты дублик. Я просто бы подбежал бы к нему, три укуса на Верочку дал бы, остановился просто, и потом бы это... Он тебе когда кидает, понимаешь, нормального такого. Вовремя. Ну, опять поломался, поэтому я теперь играю. Аккуратненько, ты меня услышал, я сейчас повернусь, как интересно. Не-не, сейчас дублик выйдет, и я потом... Четвертый экран, ухожу. Ну все, МДЗ. Да, такая Белла. Ну и все, ты сейчас от регения заберет там. Не мне один экран сбросишь, ты их уже убьешь, по сути, у них четвертый там. Им по два укуса как-то, я думаю, осталось. Ну, одному точно по два вот этому. Который был не сломанный АГ. Все, спину догоняет, пишет это. Омега. Ой, мне ступало. Лол! Я умер! Да я думал дойти подальше, типа. Эх, ну ладно. Красотка. Как слить Рекса? Как слить Рекса? Ну, типа, вот так. Слышишь?